Бля, да я сам охуел. Пиздата. Тебе тоже спасибо, что пришла. На концерте я имел в виду, что хоть бы воду дал, а за суммарный донат 100 рубасов по 15 расписываешься? Нет, только за один донат. Да она не... Блядь, не надо мне рассказывать. Она притворялась, что ей плохо. Концерт только начался, она уже... Я это все наблюдал. Короче, я выступал. Вот. Хожу я такой с микрофоном, читаю. И вижу краем глаза, что тут девушке плохо. Я на нее обратил внимание, я на нее смотреть начал. Вот еще одному челу распишись, ПЖ. Без проблем. Ссылка удалена. Я говорю, типа, ты хочешь как в ролике Оксимирона, типа, чтобы я тебя на сцену поднял, да? Я говорю, по-моему, тебе неплохо, а тебе хорошо. И, короче, я начал ходить такой, читаю, и краем глаза вижу, что она стоит. Ну, просто встала такая, стоит, смотрит на меня. Я такой поворачиваюсь медленно на нее, и она такая, как мне хуёво, такая, блядь, типа, кого ты наебать хочешь, я че, по-твоему, долбоёб вообще отбитый, нахуй? Привет.